Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такая шкатулочка для ювелирных изделий. Такая кожа у нее, крокодилья. Вот ее задняя часть. Замочек, ручка для переноски, удобно, такой замочек, в данный момент он закрыт, для этого существует ключик, вот так он выглядит ключик, очень хитрый замок. Поворачиваем легким движением. Все, шкатулка открывается. Смотрите, как открывается. Вот так, значит. Тут получается три отделения. Посмотрим поближе. Зеркало тут. Специальные отсеки под кольца, серьги, тут всякие камушки, во втором отделении у нас вот такие специальные такие накрывать, там бусы, здесь разная бижутерия. Тут часики можно держать. Золотые. Фирма Ника. Вот такая шкатулочка. Это подарок. Нам подарили эту шкатулочку. Но я посмотрел на AliExpress. Точно такие же есть. Ссылочку оставлю. Прикольная такая шкатулка. Закрывается. Все. На ключик. Такая забавная штучка. Всего доброго и будьте здоровы. Пока-пока.